Ты считаешь, что сейчас наступит эра ренессанса кино? То кино, которое было, его уже не вернуть, сейчас другие форматы, другие поколения, другое отношение к жизни, ценности поменялись. Поэтому нужно как бы мыслить по-другому. Если бы я был режиссером, я бы, знаете, что сделал? Я взял бы ту тему, которая меня просто будоражит с детства, в последнее время, самую сложную, и делал бы, и реализовывал бы именно эту тему. Я не придумал ничего сверхъестественного, просто взял то, что мне близко. Нужно все-таки сформулировать для себя, что ты хочешь, какое кино, что ты хочешь сказать зрителю. И, наверное, не просто это сделать технически круто, монтажом. Сейчас хорошие есть технические средства, есть компьютерная графика, профессионалы. Но самое главное – это идея, которую ты можешь, которую ты должен сделать хорошо.